В Югре зарегистрировали 201 новый случай коронавируса. Заболевшие есть в 20 муниципалитетах. Такова статистика за минувшие сутки. Больше всего заразившихся в Нижневартовске. Здесь положительные результаты у 40 жителей. В Мегионе 26 новых случаев, в Сургуте 22. В Советском районе 18, в Нягани и Ханты-Мансийске по 13 заразившихся. В остальных городах и поселках по 9 и менее заболевших. На момент постановки диагноза у 179 пациентов наблюдались признаки ОРВИ. У 21 зафиксирована пневмония. При этом состояние 110 пациентов врачи оценивают как тяжелое. Более 90 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом за минувшие сутки от коронавируса в Югре погибли еще 11 человек. 211 победили коронавирус.